вами Стевски, мы в Дубае. Про будущие релизы хочу продолжить рассказ. У многих застройщиков, помимо больших зданий высотных с апартаментами, также есть собственные комьюнити, в которых застраиваются виллы и таунхаусы. Одно из текущих вот строительств таких комьюнити у застройщика Дамаг называется Дамаг Лагунс. Очень примечательный объект, строится в удаленном от центра районе, но уже в достаточно застроенном вокруг. Рядом район Дамаг Хиллс, уже полностью застроенный, полностью сданный, там очень интересные, привлекательные таунхаусы и виллы, но уже почти все кончились. Напротив, через дорогу строится район Дамаг Лагунс, который будет отличаться в лучшую сторону от Хиллса тем, что у него в каждом кластере будет своя закрытая лагуна с искусственным пляжем, то есть искусственная лагуна с искусственным пляжем, некоторые даже с искусственными волнами, как-то они это будут делать. И владельцы недвижимости в этих кластерах могут получить доступ к этим лагунам. Год назад, или чуть больше, когда стартовала только продажа этого объекта, первый кластер продавался по цене 1,5-1,6 миллиона дирхам за таунхаус. Виллы были в районе там, 4-5 миллионов дирхам. Сейчас уже стартует предпоследний кластер, его название Миконос, и цена на старте продаж за таунхаус уже 2,3-2,4 миллиона дирхам. То есть весь район, он одинаковый, это те же самые таунхаусы. Он строится одновременно, он будет сдан в 26-м году. Но те, кто сообразил и купил на самом старте строительство этого района, очень сильно сэкономил. И сейчас, кто будет покупать, он должен вложить больше денег в точно такой же объект недвижимости. При этом это все еще остается выгодной инвестицией, потому что таунхаусы в данном районе будут стоить 3,5 миллиона через какое-то время на финале строительства, и после они будут продолжать расти. И аренда таунхаусов в этих районах очень востребована, потому что инфраструктура, доступность к трассам, выезда к даунтауну, к Дубай-Марине, к пляжу и так далее, все эти выезды очень хорошие, качественные. И аренда в этом районе составляет 10% ROI. То есть окупаемость объекта таунхауса в этом районе будет меньше 10 лет. Вот такой вот район. Старт кластера Миконос ожидается 22-23 апреля по завершению Рамадана. И руководство Дамага будет принимать решение, когда будет стартовать последний кластер Марокко. Либо это будет май, либо это будет уже после лета в сентябре. Скорее всего, что-то мне подсказывает, что старт все-таки будет в мае. Кластеры небольшие, там будет что-то по 80-90 таунхаусов, насколько я помню. И поэтому разберут очень быстро. Ожидается, что после релиза в течение недели ничего не останется в этих новых кластерах. Поэтому, если у вас есть интерес к покупке таунхауса в Дубае за приятную цену с перспективой его роста, то имеет смысл присмотреться к Дамаг Лагунс. Подробности могу скинуть вам дополнительно личным сообщением. Звоните, пишите, обращайтесь. Я все расскажу и покажу, как это выглядит. Спасибо.